Привет, Пермь! Мы находимся в одном из самых красивых мест Пермского края – Колчинский или Поминенный камень. С этим местом связана очень красивая легенда. Давным-давно жили два богатыря – Полют и Ветлан, и влюбились они в красавицу Виширу, дочь шамана. Шаман завидовал славе богатырей и решил им отомстить. И сказал, кто докинет до другого стопудовый камень, тот и возьмет в жены его дочь. Стали они кидать друг в друга камни, Вишера между ними кинулась их разнимать, но не успела. Богатыри уже закидали друг друга камнями, Вишера от горя стала плакать и превратилась в прекрасную реку. Шаман, также не выдержав смерти дочери, умер на вершине этой горы. И в честь данной легенды гору стали называть Поминенным камнем.